Непростой матч против Сибири сегодня выдался. Чего все-таки не хватило? Реализации моментов. Создали достаточно моментов, опасных моментов. Большинство были возможности. Не забили и сами создали глупые ошибки, тоже удалились и пропустили меньшинстве. Ну, болельщики все хотят побед, все прекрасно понимаем, скоро плей-офф. Насколько все-таки важно выйти на победные рельсы, потому что плей-офф совсем другой хоккей? Очень важно, и нужно вот к каждой игре готовиться, и не ждать, что наступит плей-офф, и через вот эти игры уже набирать форму и входить в плей-офф. Ну, в завершение, можно сказаться ли то, что сопернику, в принципе, плей-офф не вышел, сегодня более раскованный был где-то, может быть, попроще было психологически? Мы не должны смотреть на соперника, в каком они положении, мы должны отталкиваться от своей игры и показывать, тем более мы играем дома, радовать болельщиков.